Научить других и отточить собственный профессионализм при спасении людей и имущества. В Химках сотрудники МЧС совместно с представителями администрации города и другими оперативными службами отработали действия по эвакуации на объектах, где сосредоточено большое количество людей – учебных заведениях, медицинских учреждениях, торговых центрах. В пожарном деле, если честно, как у спортсменов, чем больше тренируешься, тем лучше знаешь, что делать в нужный момент. Надеюсь, этот момент не наступит, но если он наступит, люди должны знать, как себя вести, что делать, куда бежать, что сказать по пожарным. В Химках масштабные тренировки прошли на двух объектах – в торговом центре «Идея» и в Институте ядерной медицины. Сценарий одинаковый. После включения аварийной сигнализации сотрудники и посетители эвакуируются, а пожарные ликвидируют очаги возгорания. Также спасатели оказывают помощь тем, кто не успел эвакуироваться из здания. Подобные тренировки учат жителей не поддаваться панике и помогают сориентироваться в случае чрезвычайных ситуаций. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.